Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, у нас новое событие. Это гномьи пивные войны. Ну что ж, давай посмотрим. Так, кстати, смотри-ка, у нас здесь, опачки, гном. Здесь гном, этого нету, этот есть, но я его хочу прокачать. Плюс ко всему прочему у нас 376 кристаллов. Ну что, давай для начала посмотрим, что у нас тут. Дрельная дури. Поехали. Посмотрим. Кстати, ребят, я этого прокачал себе, старичка. И мне понравился, как он переманивает врагов на нашу сторону. Но здесь, как ты видишь, так, снеговик, дракон ползучий. Так, у нас есть яд, у него нет заклинаний. А раз нет заклинаний, значит, он уже, в принципе, проиграл. Но не будем пока забегать вперед. Так, вот это мне не нравится. Давай-ка отравление сюда. Ага. Так, снеговик. Ты, видишь, переманили. Сердечко над ним. Угу. Давай вызовем с тобой, наверное, стрелка нашего. И, в принципе, Дори проигрывает. Есть контакт. Тюн-тюн-тюн-тюн. Сдулся. Так, и самое главное, что здесь очень будет хорошей наградой. Так, кристаллы 6 штук. Домохозяйка Анжела, 29 карточек. Почти ничтожный Джоу, 69 карточек. Как тебе такие? 17 карточек на Сигурда и Фафни. Есть! Друзья мои, 7 карточек на новую способность Ярость. Шикарно. Ух ты, и грязный Гринч мне выпадает. Ну вот, как говорится, не зря боремся. Слушай, мы можем с тобой здесь вначале попропускать. Так, 45 монет, 2 кристалла, домохозяйка Анжела. Так, Джоу. Голова попка 1-0. Странный кувшин. И стрелок Поли. Еще чуть-чуть, и мы сможем прокачать. Давай еще пропустим. Так, 45 монет, 7 кристаллов. Анжела, бандитская Гретта. Так, лечение. Крутик Мэнни. И Брок, любовник. Даже так. Ну что же, еще пропускаем. Так, тут монеты, понятно, 7 гемов. Друид Алкоголикс. Кристалл. Странный кувшин. Бумеран. И Брок-любовник. Нормуль. Так, сколько здесь? Еще до сих пор 10 гемов, поэтому пропускаем. 56 монет. Так, гемчики. Куранок выпал нам. Плюс сторожевой глаз. Головопопка опять 1-0. Ольга, воровка сердцеед. И торговец с душами Дуппи. Пока идет все неплохо. Так, 44 монеты. Тут это все понятно. Давай пока там загадочный Раф. Отлично, можем прокачать. Так, Янси. Лечилка. Шутка попка. И опа, а вот этого, ребята, у меня не было. Кто ты? Соскатрис. Соскатрис. В общем, ребята, этой курицы у меня не было. И теперь она появилась. Так, пропускаем дальше. Вот тут понятно, монеты. Один кристалл, это плохо. Загадочный Раф, отлично. Плюс Галас. Лечилка, Буран Лузи. И бригадир Брок. Еще, а, уже все, ребята, уже пошло по 20 гемов за пропуск. Так, Амор Аркинсон, это хорошо, мы его сможем прокачать. Солдат Аркинсон, плюс Ольга Натыкательница, Кротик Мэнни и Холодный Франц. Холодный Франц у нас был. Так, ну что, и получаем с тобой 2500 голды. Так, погнали дальше. Ну, тут монеты, понятно. Кристаллы, бандитская Гретта. Кристалл. Голова попка 1-0. Малобюджетный Тони.
И повар Чичо. Блин, повар Чичо, это, конечно, не очень меня радует. Так, монетки. Понятно, это все по стандарту идет. Рыжая Джина. Так, друид. Пиратский ром. Электропопка. И, блин, холодный Франц. Опять же, этот холодный Франц. Так, монетки, гемы. Так, домохозяйка, солдатик, сладкий Дэнни, Буран Лузи и Бернадет. Бернадет у нас есть, но мы ее можем уже прокачать, как говорится, на второй уровень. Так, мало кристаллов нам дают. Очень мало, мы не окупаем, да, затраты, судя по всему. Так, прикосновение страдания получили, можем улучшить. Крутик Мэнни и... Ай-яй-яй, хотелось бы, конечно, до пятого уровня его прокачать. Джордж, цветочный горшок. Он довольно прикольный. Так, давай дальше юзать. Монеты, гемы, молния. Сторожевой паук Фида, фигня какая-то, если честно. Голова паука, я вообще им не пользуюсь. Огненный столб, можно будет Оу, мирная Эрина. Друзья мои, это новая карта тоже для меня. Новая карта, такой не было. И помните, почему я против нее боролся? Потому что она издалека может бомбить. Так, 4 гема. Кристалл, телепопка, странный кувшин. Ага, кислотная обезьяна и леди Лорен, которую тоже я могу прокачать. Ну что ж, давай дальше. Будем смотреть потихоньку. Рыжая Джина, можно, конечно, все сразу глянуть, но я вот так вот делаю. Пиратский ром, крутик Мэнни и здесь, ага, железная Музи. Тоже, так, все, ребят, 40 гемов, теперь будем уже сами воевать. Уже невыгодно будет. Так, Амор Эркинсон, Буба наивный, голова попка, Сигурда и Фафни. И вахтерша Мона. Вот. Так, получаем с тобой 50 карточек на маленькую Тину. Вот так вот. Закрываем, наверное, да? И смотрим, что у нас получается. Так, подожди, мы откроем с тобой сундук. Так, тут кристалл выпадает. Паучья попка, сторожевый глаз и Буран Лузи. Стоп, 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 стоп. Что ты делаешь? Давай, наверное, прокачаем нашего, да? Амор Эркинсона. Но смотри-ка, 7-й уровень он у нас, даже 8-й уровень. Опа. 8-й левел, это очень даже шикарно. Так, дальше, вот у нас новинка, друзья мои. Это ярость, да? Фракция Орда. Досягаемость 3,6, длительность 9 секунд. Все твои игроки вблизи будут нападать на 50% быстрее. Вот так вот. Пламя прокачиваем тоже. Так, что еще я хотел сделать? Ну, вот не знаю, нужна ли она. Превращает двух героев противника в радиусе в зомби. Заманчиво в зомби. Вот. Вот это хорошо, что нам досталось. Скорость атаки быстрая, скорость движения. Так, что она делает? Иногда вылечит двух твоих героев. При том, что она еще и бомбит издалека. Так, а вот у нас свежеиспеченный. Что он делает? Кто он такой? Он танк? Это танк, оказывается? Ё-моё. А я и не думал, что это танк. А кто же у нас тогда Янси? Он же, по идее, тоже танк получается. Очень круто. Ну, ладно, пускай будут... Опа, это что мы с тобой открыли? Неостановимый дает устойчивость от отброшения, оглушения и замедления. А, его нельзя, короче, отбросить, оглушить или замедлить. Посмотри, какой он уже стал. Вот так вот. И денежки у нас с тобой тю-тю, да? Закончились, можно так сказать. Ну что, пойдем тогда дальше с тобой. Так, секундочку, давай на открытие поставим. Пойдем дальше проходить события. Как только у нас все это закончится, да? Ну что, в бой? Та-д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 а
Скажи-ка мне на милость, на улице, ребята, ливень пошел очень сильно. Надеюсь, вам не слышно этого всего. Как
По козырьку он бомбит. Так, что это за паучара еще тут ко мне идет? Паучара. Так, тут еще и привидение, да? Ну-ка давай таким вот образом сделаем. О-о-о, монах бежит. Салабон какой-то этот монах. А по-моему, ему крышка этой Дори. Смотри, мы уже ее все прижучили здесь. Не-не-не, шансов на победу ей не видать. Все. Хе-хе-хе. Круто. Так, монетки, гемы. Нам дает бумзи. Плюс кристалл. Так, глупый орок. Ольга натыкательница. И садопопка. Садопопка, это какой перевод? Так, ну что, пойдем тогда следующий, да, поединок сразу же. Что здесь? Ну я, в принципе, ничего не вижу опасного. Ну, только обезьяна, то что отравляющая. Тут уровень 1, 1, 1, 8 и 9. Для нас это, знаешь, как смешок. Да, самый настоящий смешок. Давай-ка мы выставим с тобой Амура. Пускай он будет переманивать. Надеюсь, у него получится переманить хоть кого-нибудь. Так, Янси, давай-ка вот так вот сделаем. Так, наверное, нам надо с собой. Во-во-во-во, иди. Против своих же иди. А где у меня, не понял. Вроде вызывал этого стрелка, почему-то я его не вижу. Там уже зомби. Откуда у нас зомби-то в команде? Смотри, там зомбарь. Шоркается пират. Не понимаю. Ну, в любом случае, Дори погибает. Вылетел со своего крота, короче. 40 монет. Так, 5 гемов. Заброшенный музей. Фидо-паук. Странный кувшин. Сигурда и Фафни. Ох ты, друзья мои, эпичный скелли. Если не ошибаюсь, друзья мои, это, по-моему, 3 скелетика сразу выходящих. Могу, конечно, ошибиться, но мы можем посмотреть с тобой. Мы с тобой можем посмотреть, кто такой вот этот вот скелли. Это за кого он? Вот. Скорость атаки быстрая, скорость движения очень быстрая. Несколько героев появится сразу на одном месте. Несколько героев. То есть, ну я так понимаю, скелли будет не один. А кто он, танк? Нет, он борец. А раз он... Да что ты будешь делать? А раз он борец, значит мы его поставим вместо... Вместо чего? Просто хотя бы протестить. Ну давай вместо... нашего дедули горшочного этого цветочного. Погнали. Просто протестим. Недостаточно выносливости. Да, конечно, хочу. Хочу потратить. Поехали. Я, кстати, посмотрел, сколько дней у нас с тобой это событие будет действовать, чтобы я все получил здесь. Всю шальную награду. Потому что здесь очень хорошо набирать и карточки, и все остальное. Ну-ка проверим. Да. 3 скелета выбегает. Значит, я все-таки был прав. Слушай, они неплохо довольно-таки бомбят. Ха-ха. Щекотно. Понимаешь, это ему Дори щекотно. Видите ли. Я боюсь, сейчас ему не до шуток будет. И не до щекоток, да? Очень быстро мы его запинали. Вообще быстренько. Круто. Так, ну что, 51 монета. Кристалла 4 штуки. Кристалл, дальше сторожевый глаз. Голова попка. Бумеран. И Джордж цветочный горшок. Ну что, друзья мои, двигаемся далее. Так, у нас с тобой еще 2 энергии. Ага, ну здесь опять же ничего сложного нету. Всех их мы подчикаем в обязательном порядке. Скелетики у нас есть 3 штуки, тем более это борец. У нас есть Янси, есть борец. Так, давай дедульку вызывать. Надеюсь, получится переманить. Так, лепрекоша бежит. Бежал. Так,
паучара был уже почти на нашей стороне. Что-то он тут немножко сбился, да? Давай, давай, дедуля. Вон он, паук опять за нас. Ну. Так, нормуль. Там опять кого-то переманили. Да, эти детки. Во-первых, они дешево стоят. Всего лишь 3 энергии. Ну и переманивают на свою сторону, на нашу сторону врагов. Это, конечно, очень круто. Так, паучья попка 1-0. Сладкий Дэнни. Так, Ольга натыкательница. И вахтерша Мона. Такое название — вахтерша Мона. Так, ну что, погнали дальше. Блин, жалко, конечно, у нас не хватит, наверное, гемов. Что у нас тут? Ничего страшного я не вижу. Ураганчик, все это ерунда. Алкоголикса мы завалим. Чича тоже завалим. Вот это вот, конечно. Вот это вот, да, ребята. Опасно, я с ним сталкивался на арене. Такой неприятный довольно-таки типок. Давай так, наверное, себе сделаем. Давай, давай, давай. Вот, вот. А, Янси с нами. А Янси с нами побежал. Оказывается. Ай-яй-яй. Ну, Чичу этого завалите. Вот, Чичу теперь за нас. Был. Но это не важно. Главное, тут победили. Ну что, забираем награды? Монетки. 2 кристалла. Наемный Буба. Паучья попка. Голова попка. И электропопка. И холодный Франц. Холодный Франц, согласитесь, друзья мои, не очень хороший выбор. Очень медлительный. Так, сколько у нас там до обновления? 100. Я трачу последние свои гемы, друзья мои. Последние гемчики тратим. Так, я думаю, здесь тоже мы справимся. 11 уровня Буба. Франц 2 уровня, Чичи 1 уровня, Янси 11, Ураганчик 5. Ну, в общем, как по мне, так мы должны справиться здесь. Причем довольно легко. Тюнц. Упс. А Буба-то, ребята, идет. Давай, давай, давай. О-о-о, побежал вместе с нами. Такой довольный еще бежит. Бежит, главное. Так, вызываем Янси, вызываем Амура этого. Давай, 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 отлично. Ну и все. Все, сейчас запинаем. Там у меня этот, блин, завалили все-таки. Что там происходит, не пойму, не шиша. Ну, есть. Вылетел со своего крота. 53 монеты. Один кристалл. Так, домохозяйка Анжела. Алкоголикс. Голова попка. Лечение и... Как-то... Как-то трайс, да? Как-то вот так вот. Довольно неплохие награды нам выпадают. Так, а нам нужно с тобой получить как-то 300 гемов. Ай, какая вкусная, ребят, награда. 300 гемов. Так, я думаю, здесь опять же никаких проблем не будет. Вообще никаких. 12-й, 12 уровень эти, 2-го и 1-го. Ну, давай, Янси, побежали. Сразу вызываем Амура. Так, Снеговик, отдуплись вместе со своим кроликом. Угу. Это нам, что ли, замедляшку повесили, да, сейчас только что? Так точно, именно нам. Чича, успокойся. Вот правильно делаешь, бомби своих же. Опа, замедляху врубил. Бежим, 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 сломя голову. Давай еще одного стрелка, наверное, позовем с тобой. И еще скелетиков. Тин-тирин-тирин-тирин. С ёршиком бегут. Все. Легче пареной репы. Ну что, забираем награды.
Так, куранок, кристалл, огненный столб, ярость и садопопка. Получается, сейчас у нас последний поединок. Судя по энергии, да? 60%, мы с тобой заберем 300 гемов. Ёк-макарёк, 300 гемов, это значит по соточке, если на откат. Но все события сегодня, конечно, не сможем пройти, но останется совсем чуть-чуть. Там буквально на завтра и все. Ну что, поехали. Ой-ой-ой, этого же надо пирата взрывать. Так, погоди, вот так сделаем. Блин, он еще такой крепкий. Фигаем молниями сразу же. Ну что ты со своими комочками, снеговик? Он мне только помог, он разозлил моего малыша. И тут сейчас будет бомбашить. Все. Алаказам. Алаказам. Никакой алаказам тебе тут не помог. Ох ты, бандитская грета, 60 карточек дали, обалдеть. Телепопка, 25 карточек. Атмар отшельник, 16 карточек. Бумеран, 6 карточек. И садопопка, 1 карточку. Вот как-то так. И плюс еще забираем с тобой награды, да? В размере 300 гемов. Шикандос. Так, чтобы следующий бой, сколько нам нужно? Соточку? Применяем, ребят, применяем. То есть эту мы с тобой проходим. Ну да, получается где-то еще... Еще... Боев, сколько там? 211. Еще где-то один откат у нас придется сделать. Именно по 100 гемов. Чтобы пройти хотя бы одну полоску. Погнали. Ну согласись, легко проходится. Ну потому что они все первого уровня, понятное дело, да? Только лишь это нам помогает. Ты бич. Да, хорош. Нас. О, она за нас. Жалко, ненадолго, конечно, но все равно. Серьезно? Да серьезней, по-моему, некуда. Ну давайте вы, старикашки. Все, подбили. Сорок две монеты. О, перволинейный пузи нам выпал. Так, опять Буба. Побольше Тина. Страдания и садопопка, опять же. Так, один, где-то еще два, три, четыре. Четыре поединка, что ли, придется, да, делать? Опачки. А тут уже смотри, как то. Чисто какая-то гномья команда здесь получается, да? Дрельная Дори. Решила меня напугать вот этим вот всем, что у нее есть. Давай посмотрим, кто тут посерьезнее будет. Так, у нас есть еще травляшка. О-о-о, мой там побежал, смотри, смотри, разъяренный. И все. Стоило только ему немножко отнять здоровье, буквально половину, он впадает в ярость. А на ярости он практически неостановим. Так, домохозяйка Анжела, рабовладелец Мок, странный кувшин. Так, кислотная обезьяна. Скелли. Скелли мы можем прокачать теперь до уровня 2. Не знаю, сколько там по баблу получится. Но главное, что можем. Поехали далее. Так, скелли, ну-ка. Опа. Ну, неплохо. Неплохо. Ага, здесь, значит, дракон. Здесь ассасинка. И забор. И забор. Хорошо. Давай попробуем сделать так. Отлично. Твой забор здесь мне не поможет. Ай! Кричит, ай. Вот тебе и ай. Что хана тебе, по-моему, пришла. Врача! Ну согласись, с полтыка, просто с полтычка мы его разнесли. Так, сторожевой Фида, рабовладелец. Так, побольше Тина. Ольга сердцеедка и толстопопка.
Так, ну еще остается энергии, по-моему, на один забег, да, у нас? Нету. Нам придется тратить. Че я сделал? Ёк-макарю, я что? Я сделал, ребята, пропустить, да? Вот это я баран, а. Мне надо было, блин, я не то сделал. Не пропустить надо было, не пропустить. А надо было согласиться на энергию. Вот здесь, вот ты понимаешь? Вот это я, да, молодец, Рей. Ну что? Ну что, придется, ребята, бомбить оставшуюся нашу энергию. А уже, кстати, а это кто такой? А уже по откату, ну там сколько, 29 минут возвращается одна энергия. То есть в час получается по 3 энергии, да, восстанавливается. Да, получается так. Я уже, наверное, за кадром все-таки пройду, потому что, ну, ты сам понимаешь, мне в любом случае не накопить. То есть 3 штуки накоплю, ну что, из-за этого видосика, что ли, клепать? Это будет немножко глупо, я считаю. Так, что они тут делают? О, смотри, какой-то новый рыцарь. Смотри, с дверями с какими-то вышел тут. Ага. Тихо, родные. Так, разобрались абсолютно со всеми. Какие-то подозрительные желтые комочки выпускает этот снеговик. Именно желтые комочки. Давай, Ольга, помогай нам. Куда ты развернулась, дуреха? Мы же тебя заворожили, как бы. Ну и все. Доли. Сдулась она. И это хорошо, что она сдулась, потому что мы с тобой продолжаем идти все выше и выше. Так, сторожевой глаз, плюс финики, Атмар отшельник и Джордж цветочный горшок. Дальше, конечно же, продолжаем. Ничего здесь страшного я не вижу, вообще ничего. Так что сейчас заварганим. Кто-то из подписчиков меня спросил: не считаешь ли ты вот эту вот игру, вот именно What the Gear, как тебе сказать, дубликатом Summoner Storm? На что я тебе отвечаю: Summoner Storm вышла намного позже, чем вот эта игра. What the Gear — эта игрушка уже очень-очень старая на самом деле, а Summoner Storm — это ее плагиат. Ну, немножечко может быть изменен, но это плагиат. Так, ну-ка. Ага. Снеговик с желтыми комочками. Давайте там. Бомбим всех, на свою сторону переманиваем. Так, по красоте. Так, этот робопопка там, да, у нас буянит. Давай, алкоголикса. Все, завалили. Остается только лишь теперь бомбануть самого Дори. Больно же. Конечно больно. Я еще вот так вот сделаю. Эх, не успел. Я туда ядку плеснул чуть-чуть. Ну что, забираем награду. 3 кристалла. Так, шаропопка. Буба. Глупый орок. Ага, ярость. И вахтерша Мона. Все, получается у нас, по-моему, последний поединок. Если судить по энергии, да, энергия одна. 75%, как ты видишь, выполнено. А, оу, это кто, Франц, что ли, прокачанный такой становится? По-моему, это Франц. Я могу, конечно, ошибиться. Так. Опять этот Чичу идет. Янси, успокойся. Ничего тебе здесь не светит. Он даже с нами побежал заодно. Бомбить эту Дори. Все, крышка. Без компромиссов. Просто разбираем и все. Так, монеты. 9 гемов. Так, перволинейный Пузи. Рабовладелец. Так, малобюджетный Тони. Ольга Воровка Сердец. И повар Чича. Ну что, теперь я, наверное, думаю, друзья, мы пойдем с вами на
основную сюжетку. Блин, чуть-чуть не хватило. И было бы у нас 80%. Но это, если сегодня не успею вот при вас сделать, сделаю я за кадром. Получу 10 карточек на нашего Полли. Нет, Полли — это стрелок. А здесь я хочу дойти, естественно, до 170 уровня. Так что у нас тут... О, дедуль, как же я про тебя забыл-то. Так, а что нам здесь показывают? Заслужи, это еще 10 гемов. Сундук я получал уже. И бумзи, 5 карточек. Давай вначале посмотрим, кто против нас здесь. Опа. Ага, ага. Ага, ага. А вот это кто такая? Послушница-магица. Послушница-магица. Это случайно не целительница? Нет. Какая-то другая. Ладно, давай попробуем. У него, правда, блин, 14 уровня, а у нас 9. Яд, у нас тоже яд. Может быть, нам надо было вот эту петушару взять тоже, а? У меня вот этот танк, Янси. У него вот этот танк. Уж не знаю. А, я же не поменял скелетиков. Ёк, макарёк. Ага. Блин. Мы, наверное, не сможем с тобой перебить-то. Давай, 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 курятница. Блин, яд поставил. Ай-яй-яй, друзья мои, он поставил. Да ёк, макарёк, блин, старикан этот плешивый. Сейчас, наверное, курица здесь запинает. А, смотри, смотри, что делает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что я могу еще сказать типа, по этому поводу? Не поменял же я со своего отряда старых-то бойцов наших, ты понимаешь? Я пошел, блин, зачем-то с этим. У меня кто здесь был? Ну, оставим стрелка, Ян себе оставим, это понятно. У него там Ян, да? У него там будет яд. Что мы можем противопоставить? Вот эту карточку, может быть. И, к примеру... Вот, кстати, тоже можем прокачать. До 2 уровня. Да что ты не выделяешься-то, господи, ну. Вот сюда, наверное, поставим, да? Теперь дело за малым. Протестить эту колоду. Блин, у него... Ну, то, что дед этот, конечно, да, я не спорю. Крепкий, так скажем. Яд, яд выплескивает, ну, конечно же. Давай попробуем так сделать. Блин, и он курятину свою позвал, а? Не выходит, не то немножечко. Видишь, у меня дедуля, который вот этот переманивает, он слишком слабый. Этот 17 уровень, у него больше шансов переманить. Плюс не забывай, что он сбрасывает яд. Сейчас попробуем сделать немножко по-другому. Выставим стрелка. Вот сейчас будет применять яд, так ведь? Вот, применяет яд. Может быть, я вот здесь вот немножко... Да куда ж ты, блин, раньше времени-то вышла, блин, дебилка, блин. Нахрена она вышла? Я не понимаю этого. Она вышла, блин, и сдохла на этой лаве, хотел сказать. Ну, ты понял, короче, на этой кислоте. Нафига она поперлась, блин.
Молодец тоже. Надо было вызывать тогда Янси. Да, мы, наверное, сейчас сделаем с тобой так. Позовем Янси. Позовем Куру. И вот так вот. Пускай он там тебя ядом травит, что хочет делать. А здесь вот так сделаем. Во-во-во-во-во-во. Опять на этом вшивом яде. Давай-давай-давай-давай, переманиваем. Ну переманит эту курицу вшивую-то. Нас переманили. У нас переманили. Опять же яд сейчас сделает, да? Что? Опять петушары меня запинали, да, здесь? Угу. Опять одними петухами меня забомбил. Ну и что тогда делать? Стрелок не актуален. Это не актуален. Делаем тогда другое. Что-нибудь другое надо придумывать. Блин, брать этого тоже как-то не особо хочется, если честно. Ну а кого тогда? А вот этот что делает у нас? Шанс шанс воскресить группу героев. Шанс. Какой шанс, не написано, правда, да, друзья? Просто шанс. Курица. Старик этот. Да, подожди, а где у меня этот цветочный? А может быть, нам вот так вот сделать? Прокачать? А, прокачка не получится. Давай попробуем через ярость. Может быть, что-то выйдет путевое. Этих будем валить уже, когда будет старик, когда их тут будет много стоять в куче. Будем тогда уже применять с тобой. А, до этого, я думаю, что не стоит. Давай так сделаем. Вот они, да? Так, там и курятины все эти. Пускай дупляются. Так, еще курицу позовем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикинь, одной курицей смог победить. Вот это вот поворот. Вот это круто было. Курицу под ярости, все. И они вздрючили их. Так, переходим на 167-ю миссию. Здесь-то у нас кто? Вот здесь вот немножко будет похуже. Смотри-ка. Сложность, нифига себе, ребята. Все в его сторону склоняется. Так, у него вот этот вот Раф. Слушай, нам здесь нужно брать... У него нету... Ха! У него здесь нету отравляшечек. Ну, не отравляшечек, я имею в виду заклинашечек. Да, именно заклинашечек. А это значит, что мы с тобой берем... вот так... возьмем вот эту. Так, возьмем с тобой нашего Полли. Сюда поставим, да? Сейчас мы тут с тобой сделаем расстрел буржуев. Так, ярость. Надо еще кого-то брать. Еще один дальник мне нужен здесь обязательно. Потому что у него есть Раф. А кто... Да подожди ты, ё-моё, кто у нас хороший дальник?
принципе. А вот что, интересно, этот сильнее? Ну-ка, сколько у тебя за рулем? 2420. Угу. Янси посерьезнее будет. Ну, у него и уровень-то повыше. Как ни крути. Пиратку взять. Да пока, я думаю, вот этого будет достаточно, наверное. Давай протестим. Вернуться к битве. В бой. Значит, у тебя Раф. Этот тоже с ракетницей. И у него три чувачка с ракетницами. То есть нам в любом случае понадобится с тобой. А где мой яд? Яд! А, вот он, фу ты. Так, слушай, старик, а ну-ка завязывай давай тут дурковать-то. Сгори! Так, пушка. О, как хорошо. Полли. А по-моему все, друзья. Идеально, можно даже так сказать, да? Да. Так как заклинания у нее не было, мои ребятульки здесь стоят себе спокойненько и обстреливают издалека. Что может быть вкуснее и слаще вот такой вот победы, когда заклинаний нет? Ну что, 7 монет, 20 опыта и бурю получили. Вот мы и подобрались к 168 миссии. Что у нас тут? Есть Лего, есть псих, есть вот это хламон. Ну, я не знаю, мне кажется, вряд ли здесь справится у нас Янси-то в одно лицо. Хотя можно, но этот же, по-моему, что он там вызывает, я уже не помню. Точно, он же эти бочонки вызывает. Обезьянок с бочками, вот что он делает. Тогда стоп, нам надо немножко здесь подкорректировать. Или не надо? Давай попробуем вначале. Оставим вот так вот все как есть. Не знаю, будем ли мы справляться с этим вот чувачком второго уровня, с легендарной картой. Есть ярость, есть яд. Вот, ну вот это вот жирный, конечно, тут ничего не скажешь. Опять же у него нет заклинаний, да, по-моему? Ой-ой-ой-ой, зря я так делаю. Вот, подеритесь там между собой. Давай, не надо поджигать. Ха-ха, вместе со мной побежала. Ну что же, это... Куда ты? Куда ты бежишь? Фух. Так, подавай под яростью, наверное, их. Ну что ты? Так, вы захватываете там хоть кого-нибудь под наш контроль, чтобы он нам подсобил. Давай, выходи. Будешь издалека стрелять. Куда ты бежишь-то, родной? Куда ты бежишь? Слушай, ярость — это что-то с чем-то, ребят. Вот серьезно говорю. Это что-то с чем-то. Они под яростью такую дичь вытворяют, что я не удивляюсь, почему мы проигрывали. 681 монета. Наверное, можно умножить там ей? Дадут такой бонус на умножение? Да, дают. 169-я миссия. Погоди секундочку, можно мне здесь прокачать? Вот так вот. Длительность 11 секунд. А, нет, 10 секунд, да, получается? Оу. Звездочку, 11 секунд. Досягаемость 4,2. Опачки. Ты гляди-ка, кто тут у нас? Ну, тут уже, да, серьезная заявочка. Тут дракон плюс этот. Я там здесь не советую пользоваться, потому что, блин, тут еще и цветочный горшок этот. А как быть? А как тогда быть, серьезно я тебе говорю? Не туда я, да, немножко, конечно, поставил. Лопухнулся. Ты смотри, что делает, а?
Там, оказывается, стрелок у нас вовсю буянит. Да куда же ты, нормуль? Ну-ка, под яростью, ребята, задайте им копоти. Блин, старик, этого надо вольнуть. Танк, выходи. Жарим. Сейчас мы уничтожим здесь любого, кто появится. Ну, ты видел, что мы делали с кузнецом? Просто вот на свою сторону его переманивали и все. Это круто. Вообще имбово. Смотри, что делают эти дедушки, а? Со своими любовными, так сказать, стрелами. Все. Обалдеть. Так, и какая тут у нас карта? Куранок. Ну что, следующий бой. Смотрим, что у нас тут получится. А это последний на сегодня, друзья мои. Ух ты, а это еще кто такой? Призывает взрывных питомцев себе на помощь. Упс. А это кто? Что? Атака повредит всех вблизи. Восстанавливает энергию, когда герой умирает. Ху-ху-ху. Ну ничего себе. Плюс Амар. Я буду надеяться на наших дедушек, вот этих вот. У него заклинашек нету, но я что-то не знаю, ребят, прокатит ли это вообще здесь. Плюс вот этот вот, который может, который может резать. Даже не знаю, ребят. Воу-воу-воу-воу. Так, дедуль, давай свои стрелы Амура эти. Там, что хочешь, я не знаю. Стрелы Амура. Давай-давай, побольше этих детков будем вызывать. Может быть, за их счет как-то, я не знаю, у нас получится. Что-нибудь выходит там? Я просто не вижу, там такая кутерьма творится, если честно. Да, трэш какой-то, самый настоящий. Эй! Танка, срочно танка нужно вызывать. Они между собой там разбираются. Давай, яд. Вот ярость. Да. О чем тут вообще можно, ребята, говорить? Смотри, чему вытворяем. Просто. Просто запинали, поэтому, ребята, неважно. Ну, 9 уровень уже все, он может переманивать на свою сторону. Так, 45 монет, 20 опыта, куранок несчастный и глупый орок. И мы с тобой переходим на новую локацию. Смотри, курица сидит. Пока сидит, стоит нам двинуться, она сразу джух, смоется отсюда. Так, ну у нас там энергия не накопилась, 4 минуты. Это будет 80, да? Ну давай подождем 4 минутки. Даже мы с тобой сделаем чуть получше. Попробуем здесь отыграть в бой. Как раз битву сыграем, и 4 минутки, наверное, иссякнут. Битва 11, да, у нас получается 9 лига. Ну, посмотрим. Так, что-то я запутал. Что-то я. Твою налево, это же этот. Блин, не то немножко сделал. Ёк-макарёк. Давай-давай-давай, стрелы Амура там как. Что там, как тебя? О, этот же сейчас умрет, он же подбивает всех, насколько я помню, да? Ёк-макарёк, что ты смотри, что творит. Ты смотри, что вытворяет. Давай впаривайте там. Ой-ой-ой-ой-ой, если этот сейчас бомбанет.
А он бомбан... Нет. Я не знаю, на чем тут. На добром слове каком-то держимся с тобой. Развернулся, пошел тут же обратно, давай под ярость. И вот так вот сделаем с тобой. Ой, разрыв, разрыв. Ребята, мозга идет. Он просто ничего не может сделать. Просто бесполезен против моих дедулек вот этих амуровских. Он беспомощен. Потому что у него нет яда. Он так бы мог бы травануть их. Да? А так ни малейшего шанса. Так что давай-ка мы с тобой, наверное, сейчас пойдем отыграем еще одну битву. Смотри, как курица не убегает, сидит тут в наглую. Ну что у нас там? Да ёк-макарёк, 2 минуты. Ну давай еще поединочек сыграем один. Так, вот здесь, ребята, да, есть заморозка. Он может их всех тут заморозить и быстро-быстро прорваться вперед. Так, Янси, у него на 1 уровень выше, чем мой. И, кстати, у него роботы. Там грибок созрел вдалеке. Давай-ка я вот так, наверное, сделаю. Опа, вот, вот-вот-вот, об этом я и говорил. Вот только за счет этого он и может... что-нибудь тут сделать. Но мне кажется, вряд ли ему это поможет. Так, смотрим, смотрим, что вообще происходит. Не пойму, там куча мала какая-то. Всех танков кто-то расфигачил. Непонятно кто, если честно. Окей. Ага, ага. Опа. Скажи, зачем я это сделал? Танк, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого я и боялся. Блин. Нет, повезло нам. Не бомбанул, а мог бы. Так, все окей. Под яростью, естественно, под яростью. Все это... вжухиваем. А что эти дамочки-то делают? Просто стреляют и все? Опять он свою заморозку влепил, блин. Это же враг бежит. Угу. Пробиваем, пробиваем, пробиваем. Больше дедулек. Отлично. Ну все, допрыгался, по-моему, паренек. Нет, мало ему еще, да? Ну вот так сделаем. И вот так. Шикарно. Лед, конечно, хорошо, но... как по мне, все-таки ярость будет посерьезнее. А вот теперь мы с тобой пройдем действительно... на 80% сюжетки. Так, тихо-тихо-тихо, не надо вот здесь. Заходим и приступаем. Надеюсь, у нас получится пройти, ребят. Так, у него заморозка, замедляшка. Заморозка, замедляшка. И быстробег, да? Быстробег, быстрый бегунок, короче, одним словом. Поехали. Естественно, дедулик, всех этих вызываем. И яд. Обязательно яд. Вот так сделаем. Девчуля, ты туда не выбегай слишком далеко. Что-то он даже... а, во, я уже думал, не будет применять. Применил. А мы еще дедулю вызовем. И еще танка. Замедляшка твоя, это фигня полная. Под ярость всех. Топчик. Топчик. Ну, смотри, что вытворяем. Я еще вот так вот сделаю. Эх, ты замедляху врубает. Ну что, добивка будет сегодня или нет? Конечно, будет. Ну вот. Идеальную пати пока сделал себе.
Так, 5 гемов. А тут у нас бандитская Гретта. Телепопка 1-0. Побольше Тина. И Буран Лузи. А последняя это пиратка Мэри. Как-то вот так. Так, ну что, забираем с тобой 10 карточек, да? На Рози, Рози, а не, не Пузи, или как я его там величал. В общем, короче, нужно еще мне 20% набить, и мы получим сундук. В этом сундуке, как мы знаем, довольно неплохие награды. А прокачать я смогу нашего бойца невидимого фронта? Нет, до 5 уровня не хватает ровно 10 карточек. Ну и ладно, у нас пока и так топовая колода. Я думаю, мы с ней очень далеко пройдем. Когда вот эти дедушки есть, ой, переманивают на свою сторону. Да, единственное, чтобы не было у врага какой-нибудь заклинашки. Яд, например, или ураган. Не, ураган не страшен, яд страшен. Молния и пламя. Но даже если он будет их уничтожать, они все равно очень быстро копятся и стоят очень дешево. Так что же ты все-таки делаешь-то у нас? Иногда лечит двух твоих героев. А, все-таки это лекарь, да? Стрелок и лекарь. Окей. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.